Итак, всем привет. Показываю, собственно, битву с боссом унелоидов, как и что происходит. Нет, ребят, битва не настолько короткая, она очень долгая, его очень долго бить. Я просто не стал записывать несколько часов или там, не знаю, час или сколько. То есть ХП у него на самом деле очень медленно уменьшается. Просто я заснял как бы сам процесс, но смысл пилить двухчасовой видос о том, как просто нажимая по клавиатуре одно и то же. В общем, смысла вообще нету. Ну, прикольно сделали, да, битва с боссом. Кстати, скрипт, который я выкладывал, он также и боссов этих фармит. Вот только печалька в том, что уже битвы с унелоидами подходят к концу. Но они еще вернутся, как говорится, в стиме. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, строчите комменты, жмите колокольчик. Вот. А я, пожалуй, подключу скрипт. Дальше пусть напоследок сколько сможет пофармит в автоматическом режиме опыта. Пишите, сколько, какой у вас уровень персонажа. Если у вас больше, чем у меня, то как вы его получили? То есть, сколько вы дней это фармили? Оставляли ли вы комп на ночь? Интересно. Вот, скрипт отличный, рабочий, его обновляли, то есть... Вот в инвентаре нам еще такую фигульку дали.